первые рабочие дни Нового года глава городского округа Александр Баранов рассказал о планах развития муниципалитета в 2021 году. Об этом в нашем следующем сюжете. В период новогодних праздников администрация округа находилась в рабочем режиме. Глава города отметил работу тепловых и коммунальных служб. В праздничные дни с соблюдением эпидемиологических мер в городском округе были проведены культурные и спортивные мероприятия. В начале нового календарного года Александр Баранов рассказал о планах развития города. На этот год у нас стоит четкая задача губернатора – это привести порядок в дороге. Вот внутри, конкретно здесь вот по Фокино, так сказать, выделили средства. Вот. Далее, в этом году на нашей территории, вот в пределах нашей территории, будет реконструировано 6 мостов. Вот начиная от автостанции, вы видите, работа идет. Компания, которая выполняет этот контракт, очень ответственная. Все это будет сделано. Далее мы потихоньку начинаем возрождать и те же территории, как остров Путятин. Вопрос обеспечения высокого качества жизни в городском округе стоит на переднем плане. Теплоснабжающая компания ИКС «Фокино» продолжит замену труб по улицам Ленина, Белышева, Постникова. Также в школах и детских садах города будет проведен ремонт систем отопления. Следующий момент, который бы хотел отметить, это так называемая мусорная реформа. Мы считаем, что мы ее пока не закончили, хотя уже многое сделали. Сейчас вопрос стоит, чтобы вот добились уже более-менее четкого исполнения графика вывоза. А теперь вопрос стоит, чтобы не было несанкционированных свалок. Подводя итог, можем сказать, что в новом году наш муниципалитет ждет большая работа по благоустройству территорий и повышению уровня качества жизни горожан и гостей городского округа.